Привет, с вами Drak56, я вам сегодня покажу, как можно взломать игру Lost Chaos, скорость атаки. Заходим в Lost Chaos, вот я уже зашел, у меня окошко открыто. И вот мы смотрим, что у нас скорость атаки 14. И вот мы мочим одну лису. Видимо, это очень медленно происходит. Потом включаем чат инжины, эта программка, с которой мы будем ее взломать. Включаем, и мы видим там, что у нас 14 скорость атаки. Потом берем и снимаем оружие. Вот у нас 14. Снимаем оружие. И у нас уже 12. Как вы видите. И ставим здесь 12. Здесь. Вот здесь у нас несколько кодов. Берем их и ставим внизу. Крестики всем ставим. И ставим повсюду один. Потом ставим обратно оружие. И смотрим. Это все очень быстро происходит. И даже опыт набирается в два раза быстрее, чем в русском Lost Chaos. Это английский или Lost Chaos Dynasty, а в том русском очень тяжело качаться. И там игра вылетает, а здесь нет, потому и так интересно тут. Если кому-то не нравится, можно скачать русификатор для игры. Могу вам дать ссылку, если хотите. Видите, очень быстро. Меня можно найти по скайпу, у меня Дэн 5 точек.